Warte. Так. Хотя с другой стороны, в принципе, я могу только подправить чуть-чуть мейк, скорректировать его, и все будет, в принципе, наверное, неплохо. Я думаю, будет все, в принципе, вполне себе неплохо. И я хочу сегодня красные губы. Да, я хочу сегодня красные губы, так что у меня будут сегодня красные губы. Нет, я дочка хоккеиста. К мужику этому я не имею никакого отношения, просто однофамилец. Интересно, я себе не зафигачу глаз кольцом этим или нет? Есть такой шанс или нет? Я думаю, нет. Будем, по крайней мере, на это надеяться. Так, ну что, погнали? Ой, господи, как же я это все ненавижу. Прям вот сил нет. Тебе говорили, что ты грубиян? Думаю, нет. Привет! Как так? Ну, это хотя бы как минимум некорректно говорить этой девушке. Мне это как бы пофигу. Это ты мне, в принципе, никак меня не обидишь, но просто, типа, если ты это скажешь другой какой-то девочке, я думаю, ей будет неприятно это. Уроки? Я в Москве в школе не учусь, чтобы ты знал. Ага, буду выглядеть не на 17 лет, а на 16. Я иду на ужин с родителями моего молодого человека. Чуть-чуть, знаете ли, нервозненько так. Чуть-чуть, совсем, капельку. Нет, мы идем в ресторан. Потом я, скорее всего, пойду ночевать к парню, потому что я домой сегодня возвращаться не хочу. Мне уже надоело дома ночевать одной. Где я буду через 10 лет? Понятия не имею.
А здесь где-нибудь на Манхэттене. Я никогда особо не выглядела на свой возраст, так что как бы я всегда выглядела старше. Это почему я буду в гробу, я прошу прощения, а? Не, я, в принципе, могу где-нибудь звездануться так хорошенько. И, в принципе, буду там, но я не думаю, что мне так повезет. И я так быстро скопычусь, так сказать. Так обычно не фартит мне, это не про меня. Какой ты добрый, я прям не могу. XR. Ну да. В принципе. Я это понимаю прекрасно и знаю. Да, в курсе, не поверишь. Я как бы кольцо от него ношу, если что. Hi. Тебя забыла спросить, что мне делать. Я прошу прощения. Откуда ж у тебя такие познания? Это про моего папу, если он закончил карьеру в 37 или 38 лет. Собственно, по возрасту, как бы вы как понимаете, уже как бы под 40 лет, там уже тяжеловато играть. Какие травмы, можно вопрос, ему сломали карьеру? Ну, были травмы, но карьеру ему никто не ломал. Как бы больше 10 лет проиграл в Америке. В Москве поиграл, в России. Я, конечно, не знаю, я, может, что-то там не знаю про папину карьеру, но... Окей. Сколько детей планируете? Я не знаю. Я хочу как минимум первого мальчика, вторую дочку. Москва не Россия, да. Я что-то просто это... перепутала Россию и Москву. Ну, я про твою. Ты там, наверное, какой-нибудь Сидоров, Васнецов или какой-нибудь что-нибудь из этого.
репертуара, небось. Но в любом случае, я Кваша уже ненадолго, я думаю. Может, я скоро и Квашой перестану быть, хрен меня знает. Ой. 17. Ну, не знаю, почему-то я кваша. Кваша. А оказалось, что только 17. Да? Где мой карандаш для губ? Вопрос такой можно задать, пожалуйста. Ой, господи, упаси Господь сейчас промазать. Это... А! Привет.
Спасибо. Главное, чтобы маме его понравилось. Они хоть одинаковые? Нет, не одинаковые. Где она? Где помада? Где помада? Ну, вполне, мне кажется. Помада, я думаю, ну, ужин она продержится, это точно, она классная. Ой, знаешь, я переживу, как бы, если испортится помада, как бы, это все-таки не так важно. Так, это время, вам нужно выбрать, что мне одеть. О, боже, я умею разговаривать, да ты что? А я знаю, что я одену, уже решила.
пошло. Нет, я уже знаю, что я одену. Правда, этот наряд у меня будет уже на свадьбу. Ну ладно, типа, все равно меня никто не увидит до этого времени. Я не думаю, то, что за мной как-то будут там эти... Как называются? Ну, какие-то там, скажем так, фотографы смотреть. Так что я не думаю, что если я схожу в один-два раза в одном и том же, ничего не случится. Так что это, я на две минутки быстренько переоденусь и это... Вернусь, так я так и подумала. Не-не-не. Ну, я не могу попасть в дырку. Господи, неужели? Ну, как по мне, это, в принципе, выглядит очень даже неплохо.